Ха! А вот и строчки. Отличный красивый гриб, но среди них есть и ядовитые. Главное не ошибиться. Есть гриб строчок осенний, но он растет осенью, он как раз ядовит. Сегодня он не растет. Есть строчок обыкновенный. Он как раз ядовитый и растет весной, именно сейчас. Но в отличие от вот этого строчка, у него более такая темная шляпа. Есть строчок гигантский и есть строчок пучковый. Вот этот вариант, скорее всего, строчок пучковый. Он как раз условно съедобный. Видите, он такой необычной формы всегда, как будто какая-то, не знаю, там, сюрреалистическая скульптура, да? Так что, как сказал классик, смотри, не перепутай, Кутузов.